Британский принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон накануне первого дня рождения своего младшего сына Луи опубликовали три новых снимка маленького принца. Герцог и герцогиня Кембриджские рады поделиться тремя новыми фотографиями принца Луи в преддверии его завтрашнего первого дня рождения. Фотографии были сделаны ранее в этом месяце герцогиней в их доме в Норфолке, говорится в сообщении на официальной странице Кенсингтонского дворца в Твиттер. Твиттер собака Кенсингтон Ройал. Принц Луи Артур Чарльз родился 23 апреля 2018 года. Малыш стоит пятым в очереди на британский престол. Луи – третий ребенок в семье Уильяма и Кейт. Его сестре, принцессе Шарлотте, в мае исполнится 4 года, а брату, принцу Джорджу, в июле будет 6. Как ранее сообщал 5 TV, Ру со дня на день в британской королевской семье должен появиться на свет еще один младенец. Родить первенца должна супруга принца Гарри, Меган Маркл. Из-за обстановки секретности вокруг родов, появились слухи, что герцогиня Сассекская уже родила, однако официального сообщения пока не было.